Уважаемые пользователи портала Тутбай, сети зрители, сети слушатели, мне сегодня выпала такая уникальная возможность вас поздравить с наступающим 2013 годом. Что можно сказать по итогам уходящего года? Ну, первое и самое главное, это то, что, в общем, этот год прошел без каких-либо потрясений, что особенно важно. И очевидно, что, ну, что называется, можем же, если хотим, и, в общем, как бы здравый смысл пока еще торжествует над административным маразмом и, в общем, самосаботирующим поведением наших властей в экономике. Что особенно хочется отметить, значит, и, соответственно, отсюда вывести пожелания на следующий год. Как видим, не нужно слушать людей, которые, как генералы, всегда готовятся к прошлой войне, и, соответственно, экономистов, которые всегда готовятся к прошлому кризису. Имейте в виду, что будущий кризис никогда не похож на кризис предыдущий. Вот, исходя из этого, имеет смысл принимать инвестиционные решения. Ну и самое главное, самый основной вывод, который, в общем, можно сделать, и который, очевидно, уже делается большинством граждан, это то, что в все меньшей степени есть возможность и имеет смысл рассчитывать на какую-то помощь со стороны государства, и в гораздо большей степени уже и в этом году, но и в будущем особенно придется рассчитывать только на свои силы, собственно говоря, вот чтобы этих самых сил хватило, но и хватило в том числе как бы разума, в общем, в том, чтобы оставаться трезвой головой среди вот всего этого океана страстей.